Казанском федеральном университете свою работу начала зимняя школа. 1 февраля для абитуриентов и студентов вузов начался первый день интенсивного практикума. Темой зимней школы стала юридическая журналистика. Выбор темы обусловлен тем, что уже в марте Россию ожидает крупное политическое событие – выборы президента. А это большой информационный повод, о котором журналисты должны не только сообщать своей аудитории, но и разбираться во всех тонкостях избирательного процесса. Леонид Толчинский, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета, в приветственных словах отметил, что юридическая журналистика – это очень многогранная тема, которую нельзя раскрыть в рамках одной лишь зимней школы. Она может очень много дать на будущее пищи, которая вообще вот нужна сегодня медиапространству для того, чтобы определить свою будущую экономику, свои будущие пути выживания и развития. Правовые знания не востребованы у журналистов. Об этом заявила Наталья Лосева, пресс-секретарь Верховного суда Республики Татарстан. По ее словам, законы должны знать все, особенно журналисты, которые работают в зале суда. На практикуме в течение 2 дней выступит множество юристов и журналистов. Цель их работы – это поделиться опытом с будущими журналистами. Кроме этого, планируется создание постоянной школы интенсивного практикума. Олег Ашин, Андрей Багаудинов, Универньюз.